Опять босс закрыт. Ну-ка, опа! Во! Это я ставлю. Это я возьму. Это я тоже ставлю. Сейчас покидаемся. Ну что, давай. Алимки, Алимта! Блин, он с читерским оружием. На. Иди сюда. С палкой. С палкой-копалкой, да? Мы пираты. Сколько у вас? Они помяли мне меч. Здесь появились какие-то зазубрины. О! Где этика? Где арена с кольями? Был, прикиньте, томагавк. Не успел. Ну что, Серега, последний заход, и я, наверное, отключаю меня. Это, конечно, прям угарная штука, но мне, наверное, надо ехать уже. Чтобы выбрать, чтобы выбрать. Жалко на себя не повесить. О, а есть у кого-нибудь из них молоток? Пойдем за молотком. Вот с этой штукой. Давай, с этой штукой я дойду за молотком. О, не-не-не, там есть лучник. Там есть лучник. Лучником. Теперь чел с молотком, да. Yeah.
Ай, туда. Что-то не до кольев не долетают. Да ладно, тогда иди туда-то. Вот он рядом с колями. Прицелились. Опа! Вам видно? Ого! Бля, пиздец, не? Слушай, я вообще, ну грубо говоря, я не видел сетки еще. Фух. Тяжелый. Все, что? Во мне где-то... Так, я вам не показывал, да? Ну, смотрите. Где-то во мне очень глубоко спрятан маньяк. И лучше пускай он реализовывается в клубах виртуальной реальности. Приходите, снимайте видео, и будет вам счастье. Интересно, а что будет, если я подойду вплотную к этим колям? Как думаете? Я сам не знаю. Пойдемте, сейчас улажу. Так. Не, здесь не интересно. Пойдем туда.
Все, наверное, на этом стоит закончить. Давайте. Виктори!